Более сотни воздушных змеев взмыли над Ангарском. В минувшие выходные в пойме реки Китой проходил кайт-фестиваль «Шаг в небо». Десятки горожан запустили в облака самые разные конструкции, от миниатюрных до огромного размера замысловатых фигур. Организатором фестиваля по традиции выступила станция юных техников. Погода, конечно, ветер нас это баловал, но он был какой-то порывистый, почти как в Китае. Вот. Но погода, побольше бы солнца было бы хорошо. Вот в прошлом году у нас это более солнечная погода была.